Всем привет, меня зовут Артур Сафин, и сегодня я расскажу вам легенду о Кашкадане. Сейчас его немного осушили и перекопали, и делают из него еще более улучшенное озеро. Кашкадан – любимое место всех, кто живет в Сипаево. Озеро Кашкадан таит в себе некоторые секреты. Многие уфимцы знают, но большинство все равно не знают. Рядом с этим озером неподалеку находится тюрьма номер 9 – озеро Кашкадан. Раньше оно было не озеро, а было болото. И в это болото, по легенде, из этой тюрьмы, которая находится рядом, скидывали умерших людей. То есть тех, кого не забирали, которые оставались одни, и им нужно было хоронить, а они не хоронили их, а просто скидывали в это болото. То, что это озеро раньше было болотом, именно поэтому его нужно периодически чистить. Что является, в принципе, прямым доказательством и подтверждением этой легенды. Здесь тусуется много молодежи, родители с колясками, с детишками. В общем, как только из этого болота сделали озеро, тут периодически стали как раз всплывать те самые трупы из тюрьмы девятки. Администрация тюрьмы, конечно, это все отрицает и не подтверждает их. Что хорошо, в общем, в этом парке организованы спортплощадки, баскетбольные, волейбольные площадки. Здесь часто проходят соревнования по пляжному волейболу. И несмотря на все легенды, в этом парке все равно можно хорошо отдохнуть, погулять и остаться с хорошим настроением.